На территории Владивостока ведет свою работу волонтерская организация «Друг Рич». Неравнодушные люди пытаются обеспечить животным, не имеющим дома, защиту и подарить надежду на счастливую жизнь. Мы, неравнодушные волонтеры, решили собраться всеми силами и сделать вот такое помещение, заведение. Как функционирует, любой человек, кому нужна помощь, именно кто хочет помочь бездомному животному, обращается к нам, оставляет заявку. Мы стараемся, либо это передержка, либо это бесплатная стерилизация и содержание в короткий срок для восстановления. Сотрудники взяли на себя благотворительную миссию. Организация отлавливает бездомных собак, стерилизует их, вакцинирует, а затем выпускает в среду обитания. При этом на собаку закрепляют специальную отметку, которая позволит отследить жизнь четвероногого. У нас до настоящего момента было 50 стерилизаций. 20 было по заявке людей. Люди оплачивали по льготной основе. То есть в больнице, например, 9 тысяч, у нас это в два раза меньше. А 30 собак – это у нас по акции бесплатная стерилизация. То есть всего 50 собак уже стерилизовано и выпущено. В нелегком деле организации помогает администрация Владивостока. Большое спасибо главе города Владивосток Константину Владимировичу. У нас подписан контракт. Они помогают именно по городу Владивостоку территориально. Что касается Артема, Раздольного, Тавричанки, близ лежащих городов то это и районов, то это у нас получается волонтерские пожертвования. То есть человек пожертвовал, вот на 30 собак, человек пожертвовал большую сумму. Мы полностью отчитали, что вот 30 собак сделано, стерилизовано. Пока «Друг Рич» только развивается, но в планах у сотрудников превратить организацию в большой фонд помощи животным. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.